Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Мертвый остров. Мы находимся в городе. И нам, судя по всему, жопа, потому что тут такие страшные крики, что мне, честно говоря, не по себе. В последней серии мы выполнили задание вот в этом доме. Сейчас посмотрим, как оно называлось. Хладнокровно. Мы избавили от мучения жену и дочь Мугамбе. Теперь осталось только вернуться и поговорить с ним. Но, кроме того, у нас тут поблизости есть задание разобраться с грабителями в квартире Стэна. Я попытаюсь его выполнить, но не обещаю, потому что в последний раз мне тут просто начистили рыло. Убивают на счет раз. Так, ладно. А мы тем временем уже 15 уровня. Так, этот домик довольно-таки близко. Так что двигаем туда. Комапопики. Интересно, что он имел в виду. Так, попытаемся постреляться с ними. Но в стрельбе на геймпаде. Твою мать. В стрельбе на геймпаде я, честно говоря, не очень силен. Поэтому. Блин, да. Твою мать. Это что вообще такое? Он умер, нет, там хоть. А! Твою мать, ты меня напугал. Так, средняя птичка. Я не уверен, что я его убил, хотя выстрелил в него столько раз. Вполне возможно, что таки да. Да, он мертвый, оказывается. А я в него тут пули пускаю. А! Не сказать, что я люблю револьверы. Не мое. Вон, лучше пистолет возьмем. Так, я его могу взять или мне надо в инвентарь заходить? Похоже, надо зайти в инвентарь. Ладно. Так. Пистолет. Урон 152. Это хорошо. Мы лучше его возьмем. Хотя, с другой стороны, мы возьмем и его. Блин, извиняюсь. Возьмем и его, и тот пистолет. Так, экипировать. Вот экипируем пока вместо секача. Хорошо. С этим пистолетом уж мне поспокойнее будет. А! Падай, мать твою. Вроде как отъехал. В принципе, перестрелки довольно-таки неплохие, но, конечно, учитывая, что я очень плох в этой игре. Ты чё на столе делаешь? Получи в буллет тайме. Так, хорошо. Зачем я набираю пистолет, я не знаю. Мне бы чисто патроны, конечно. Фруктов пожрём. Зачем вообще я зачищаю этот дом, тоже непонятно. Хотя, с другой стороны, это своеобразная месть за то, что они в прошлый раз меня тут убили. Тихо. А! Получи, скотина. Так что, по-своему, ладно. Пистолет тормозное. Молотов, хорошо. На молотов у меня нет места. Ну ладно. Так, что можно выкинуть, чтобы взять молотов? Он мне пригодится, я чувствую. Ну, допустим, вот этот кастет мы бросим. И, в принципе, можно бросить палку побитую, потому что она всего 8 уровня. Так, а молотов нам пригодится. Хорошо. Так, теперь надо зачистить тот дом таки. Пистолет хорош против людей, но плохо против зомби, потому что им, судя по всему, надо попадать в голову, а с меткостью у меня проблемы еще те. Так, вот дверь в твой дом, да, Стэн? Пойдем, зачистим.
Блин, город мне просто очень нравится. Еще бы, конечно, ночь и город более цивилизованный, потому что это по большей части какие-то трущобы, а не город. Но, тем не менее, даже в таком виде я первый раз... Поднимать твою. Даже в таком виде это, по-моему, самый проработанный город в зомби-шутерах. Блин, опять мне кто-то пишет. Короче говоря, все равно неплохо. Ладно. В принципе, пусть пишет. Я, наверное, не буду даже отключать эти извещения, потому что я думаю, вам, подписчики, будет приятно. Если вот это, конечно, не начнет сейчас меня доводить всякими как дела там и тому подобное. Тихо. Потому что, в принципе, я думаю, подписчикам будет приятно себя увидеть в моих сериях. Но не злоупотребляйте этим, не нужно писать глупые вопросы. Пишите только, если что есть сказать по делу. Я не затем добавляю вас всех в друзья, чтобы вы портили мне запись. Так, ладно. Они, судя по всему, наверху. Да падай, мать твою. Готовы? Да блин, а? Ладно. А вполне неплохо сделаны перестрелки, конечно, могли бы быть гораздо лучше, но могли бы быть и гораздо хуже. Так что продолжаем. Неожиданно вообще, что приходится воевать с таким количеством бандитов и мародеров, но с другой стороны, для разнообразия не помешает. Что это у нас? Пистолетный патрон? Блин, вот пистолетный патрон мне нужен. Придется опять что-то выкинуть. Один пистолет выкинем. Вот этот, который подешевле. Блин, а что не берешь-то? Ну ладно. Нормально. А, все понятно, я просто наступаю на пистолетные патроны и... Да что ж ты достаешь, ты меня тебя выкинуть, что ли, из друзей, я не знаю. Так, там до хрена народу, надо сказать. Сейчас я ворвусь, и меня порештят пулями. Ну ладно, где наша не пропадала? Ну давай. Ах, ладно. Тут я маленько покосил. Да ёб вашу мать. Наконец-то. Так, патрон 3-4 осталось. Тебе хватит, я думаю. Скотина. Умер, нет? Нет. Все, отлично. Вся погонь уничтожена. Как же меня достали. Так, ладно. Набираем здоровье. Сейчас мы сдадим этот квест Стэну. После этого пойдем на насосную станцию. А потом уже, когда разберемся с насосной станцией, мы пойдем в церковь сдавать тот квест. Так, что тут еще есть хорошего? Пояс. Блин, у меня, конечно, инвентарь уже забит, поэтому, может, мне лучше все-таки сходить. Так, баксы. Может, лучше в церковь сходить?
Не знаю, сейчас посмотрим. Блин, тут кто-то жил. Все, короче, погоны я точно заблокирую. Человек сам напросился. Если человек видит, что я играю и не отвечаю ему, это, видимо, о чем-то да должно говорить. Если ты не догадываешься, то тебе нечего делать в списке моих друзей. Так, все у нас просто. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего, все, можно выходить, я думаю. О! Этому мы всегда рады. Хорошо. Ладно, убираемся. Сейчас Стэна обрадуем. Нехило, надо сказать, у него хата. Раскулачить его пришли тут. Так, держи. Давай, Денгири, Денгири. Так, и все. Теперь. Вот у нас поблизости насосная станция. Там либо куча монстров, либо куча людей. Но там по-любому что-то не в порядке. Сейчас мы пойдем туда и узнаем. Блин, опять куча зомби. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Вашу мать, вашу мать. А, ну да, здесь люди. Будем знать. Опа. Понятно. Блин, еще. Охренеть. С людьми только воевать не хватало. Захватить насосную станцию. Да, погон. Все, сейчас тебя заблокирую. Да. Прицеливаюсь я, конечно, плохо. Простите меня за это. Но геймпадом, в принципе, так, что-то тень странная. Геймпад, он, конечно, не для этой цели создавался. Ладно. Так, ты где? Наверху, что ли? А! Да где же ты? Не вижу его. Ладно, хер с ним. Да блять. А, вот я. Хорошо, блин. Тут ничего хорошего. А мне бы шотган какой-нибудь. Ну да ладно. Так, прикроем пока дверь, чтобы сзади никто не укусил нас. Тут закрыто. А тут... Ой-ой-ой, что у нас тут? Хорошо. Давай догорай. Давай-давай догорай. Все, готов. Да что ж ты, блин, система повреждений у людей, конечно, гораздо хуже проработана, чем у зомби. Что, в принципе, простительно, игра-то не про людей, а про зомби как раз-таки. Тихо.
Ой, тихо. С такого расстояния это, конечно, несерьезно. Но с другой стороны, почему бы и нет? Да блин. Ну давай, давай, давай. Ты все, что ли? Не все. Хер с тобой. Так, патрончики. Сука. Так, ладно. Надо подкрепиться. Сейчас, ребят, сейчас все будет. Блин, стекло. Держи. Да блин, да что ж такое? Че все так криво? Заколебали уж. Твою мать, а. Вашу дивизию. Какой позор. Так, ладно. Мне надо вернуться и пожрать что-нибудь. Иначе меня сейчас просто прищучат. Так, где бы взять, где бы взять? Бежим назад. Очень плохо со здоровьем. О, уже получше, уже хорошо. Так, что здесь? Электронный хлам. Гибкий шланг. Бумажник. Маленько помародерим тоже. Блин, а так хотелось закинуть туда баллоны, взорвать их всех, но кривая физика игры просто, конечно, не дала мне этого сделать. Ну да ладно. Хоть так. Порвало в клочья. Так, закуска. Вот этот пистолет намного лучше, конечно. Все, нет? А, еще тут. И там довольно много народу, надо сказать. Как ты меня заебала? Ох, ладно. Не волнуйтесь, он больше не будет нас беспокоить в следующих сериях. Так что вы увидите в последний раз. Так. Ладно, нам тут говорят, что с полицейского участка, вернее, в полицейском участке теперь ничего хорошего. Да падай, мать твою. Хорошо. Что-то да получается. Хотя, конечно, я не могу похвастаться такой уж очень хорошей стрельбой. Но, тем не менее... Так, ты внизу, что ли? Вроде умер. Так, и улица. На улице это может, конечно, плохо кончиться. В принципе, это плохо может кончиться везде, так что... Как говорится, не бздимо. Так, где ты там? Ага. Падай, мать твою. Сейчас, ребят, подождите секунду. У меня есть для вас подарок. Сейчас все будет. Все будет, не волнуйтесь. Так, это сюда.
Блин, ну куда ты улетела? Да, неудачно. Хорошо. Так, ты сдох или тебя просто ранило? Зато револьвер, конечно, гораздо более четкий. Гораздо более точное оружие. Но при этом скорость стрельбы, конечно, удручает. Отлично. Так, где тут два человека из церкви у нас было? Баксы. И батарея. Фрукты. Хорошо. Вы тут живы? You made it. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. И чем именно? Ну пойдем. Беги. Только секунду. Мне нужно починиться. Модернизировать свой пистолет. Так, каким я пользуюсь-то? Хер поймешь. Ладно, пока ничего не будем модернизировать. Ну, давай. Не тормози, Сникерс, не. It looks like the equipment is basically okay. Power's okay. Pumps working. Filters, uh-huh. I just worry about pressure. It's too low. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah. Five of them. Так, бомба липучка, и берем новый квест. Water, они где находятся? Чертеж банка с мясом. Далеко нет вообще. Да не особо далеко, но насколько я помню, там было, конечно, дохренище. Так, сейчас мы выберем самый лучший пистолет из этих. А, мы продать все равно ничего не можем. Поэтому ладно. Как же ты заебала. Так, сейчас. Секунду, я его заблокирую. Остановлю пока запись. Ой, и продолжаем. Больше вы его не увидите. Так. Короче говоря, пошли к машине. Эта серия, возможно, будет подольше, чем обычно. Потому что, по идее, время-то уже подходит. Но я думаю, мы разберемся с этим сегодня. Чего у тебя за дело для меня? Перед насосной станцией. Давайте. Тогда вот этим мы займемся в этой серии, а поедем на машине уже в следующей. Так, бездушные твари. Задание. Уничтожьте перед насосной станцией. Хорошо. Так, закроем пока дверку. Возьмем что-то вот такое. И вот у нас зомби. Блин, я вам уже... Даже рад. Ой, тихо, только не это. Ну давай. Ударь меня еще раз. Сломай меня всего. Полностью. Полностью ломай. Блин, а. Так, все, хорошо. 400 баксов, обалдеть. Так, лимонный
кусок. Хорошо. Ладно. Ладно. Давай сюда. Давай, Денги, давай. Так, и на этом, я думаю, мы прекратим эту серию. Увидимся в следующей. И там уже будем разбираться с этими клапанами, или как их там. Короче говоря, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока. Where are you?